Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. Сейчас в самый пик выращивания рассады мне очень часто приходят вопросы об актуальной, как поняла, проблеме, а именно скрученных листьях на рассаде, как томатов, так и перцев. И, конечно же, это повторяется из года в год, не только на рассаде, но и после высадки рассады на постоянное место со взрослыми растениями. И я давно уже вывела для себя формулу, как быстро избавиться от этой напасти и реанимировать быстро растения. Но сначала о причинах. Самое распространенное – это перелив или недолив воды. Росточки страдают и начинают скручивать листья. Также маленький объем грунта у рассады. Элементарно ей не хватает питательных веществ, и растение угнетается и начинает скручивать листья. Но самое, на мой взгляд, это субъективно. Главная проблема – это не развивается корневая система. То есть надземная часть растет очень быстро, а корешок остается маленький и не успевает за бурным ростом зелени. Еще есть естественная причина скрученных листьев – это сортовые признаки. У меня, например, есть один такой красавчик – томат с голубыми пушистыми листьями. Это шерстяное синее вино. Сейчас в рассаде это не так заметно, но когда двухметровая громадина, ясно вполне, листья закручиваются по всем направлениям. Вот такие вот они, красотульки. А теперь, как я справляюсь с этой напастью? Рецепт прост и знаком каждому, только не все пользуются. Речь идет о стимуляции развития корневой системы. В рассадном начальном периоде, примерно через 2 недели после пикировки. На 10 литров воды беру 2 грамма янтарной кислоты. Если рассады мало, соответственно, на 1 литр 0,2 грамма. Это примерно на кончике ножа. Вот эти красивые упаковки – это из профсерии. Я выписывала с компании «Фитоклон». «Фитоклон гель». У меня на странице в Инстаграм. Они есть в друзьях. И также, если вы наберете в Инстаграм «Фитоклон гель», то там очень много средств, в том числе от белокрылки, от всех напастей, от трипсов. Очень хорошая серия. И что самое интересное, они высылают вот такие маленькие пробники по доступной цене. Ну, я долго искала в интернете что-то подобное. Наконец нашла и очень довольна. Этот способ использую из года в год, то есть этим раствором поливаю под корень. И результат всегда положительный. Можно использовать янтарную кислоту из садовых центров, вот в таких упаковках примерно у нас в городе. А также можно использовать аптечные таблетки. Их также можно растолочь и использовать 2 грамма также на 10 литров воды. Я эту процедуру, этот полив делаю для профилактики через 10 дней после пикировки. Но если у вас все же случилось, то перевалите рассаду со скрученными листьями в стаканчике побольше. Полейте раствором янтарной кислоты. Это быстро простимулирует отрастание новых корней. А чтобы закрепить результат, нужно обрызгать вот таким вот всем известным препаратом. Это циркон. Он хорошо реанимирует листья, и они быстро восстанавливаются. И так как, подводя итог, простимулировав отрастание новых корешков, кустики быстро расправят листья и зазеленеют, а как следствие дадут в дальнейшем хороший, я бы сказала, отличный урожай. У меня рассада томатов разных возрастов. Некоторые уже готовы к пересадке, некоторые только-только растет в отапливаемой теплице. И здесь ночные температуры все равно низкие, поэтому она довольно синенькая.
но при этом растет и развивается отлично. Доращиваю всегда вот в таких ящиках. Больше я их не трогаю. И, конечно же, в этот нелегкий период желаю всем терпения, терпения и здоровья. Желаю всем удачи и отличного урожая. С уважением, Лариса. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Самое интересное впереди. Пока. И также жду вас на страницах Инстаграма. Там все же быстрее и точнее поделиться моими успехами, неуспехами, планами, картинками, личными какими-то вопросами. Заходите. Всем буду рада и всем отвечу. Пока.